О фестивале мы узнали очень давно. Дело в том, что Светлана Олег Заварухина – это наши непосредственные наставники. И обещали 5,5 лет приехать на фестиваль. Дело в том, что мы из Республики Беларусь. Ну и вот, наконец-таки, мы добрались сюда. В этот раз мы нежданно для себя выступали в роли спикеров. И это было вдвойне интересно – выступать рядом с теми ребятами, на которых ты когда-то заглядывался раньше на сцене. Доброго радостного дня, друзья! Вот мы сейчас находимся в таком уникальном месте. Это Смолино парк, город Челябинск. И для меня большая, великая честь быть здесь по приглашению моих друзей. Это Олега и Светлана Заварухины, которые пригласили меня на Южно-Уральский фестиваль успеха. И это 22-я годовщина проведения Южно-Уральского фестиваля успеха, и для меня это великая честь. Добрый день, дорогие гости, участники такого великолепного мероприятия, как Южно-Уральский фестиваль успеха. Я думаю, что на протяжении этих 3 дней мы будем делиться с вами огромными энергиями, энергиями наследия, энергиями рода. У нас произойдет очень большой взаимообмен, и я думаю, что каждый из нас получит очень большую наполненность, которую завтра он понесет своим людям, своим детям и так далее. Нескольких дней мы находимся в этом волшебном месте у озера. Это семейный парк отдыха Смолино парк, который находится в городе Челябинск. Находимся в гостях на Южно-Уральском фестивале успеха у Светланы и Олега Заварухиных. Вы знаете, это уже такая сложившаяся традиция, насколько мне известно, вот это мероприятие, которое уже на протяжении 22 лет ежегодно проводится именно вот в структуре у национальных директоров. И что я хочу сказать, я давно хотела побывать на таком мероприятии у Светланы и Олега. И вот для меня действительно сейчас вот это такое открытие большое, ежегодное мероприятие, которое наполнено всегда яркими событиями. Это и обучение, и тренинги, это и мотивация. Это такие вот, знаете, креативные моменты, которые проходят на этом мероприятии. Говоря о самом фестивале, он, конечно, пронизан очень глубоким смыслом. Это все-таки наследие. Организация этого мероприятия была настолько пронизана и сияла множеством огранок всего. Здесь был и глубокий смысл наследия, здесь было и про бизнес, здесь было и про личностный рост, здесь было и про духовность, и здесь было про психологию человека. Я настолько наполнился всем этим, что, конечно же, сегодня это для меня, можно сказать, вот такое вот большое счастье нести эту информацию дальше своим людям, рассказывать обо всем.
Я с огромной благодарностью говорю спасибо Светлане и Олегу за приглашение. И я желаю процветания бизнесу. Я желаю, чтобы у нас появлялось в наших структурах, в наших командах больше людей, которые относятся к Faberlic не просто к бизнесу, а они относятся как к делу, которое в дальнейшем можно будет передать как наследие. И не только в виде бизнеса, а в виде опыта, в виде знаний, в виде учения и так, как кто понимает, что собой представляет наследие. Компании Faberlic уже 25 лет, и пришло время, когда нам уже можно подумать, а что мы передаем, а как мы это делаем, а кому это нужно. Очень важно, что приезжают и растущие лидеры, и просто новички, но приезжают и те люди, которые многого достигли, высоких званий, и они просто делятся с нами то, что они делают. И когда ты перенимаешь этот опыт, и не только опыт, а энергию, вот эту мощь, которая существует, которая исходит от наших лидеров, ты сама заряжаешься. Ты хочешь творить, расти, процветать и передать это своим, тем, кто с тобой идет. Я безмерно благодарна национальным директорам, моим друзьям Заворухиной Светлане и Олегу за приглашение и за то, что у меня была возможность прочувствовать, прожить эти 3 дня здесь вместе с успешными людьми, с лидерами, с консультантами, с директорами. И вы знаете, на протяжении 3 дней я пропиталась мощной энергией, я наполнилась, вот именно я получила то, что я хотела. И хочу сказать, что эти 3 дня прошли очень великолепно, все было на таком уровне, на высоком уровне. Это была и мотивация, это была и история, это был и опыт, да, мы делились опытом. И самое главное, мы познакомились со структурой, замечательной структурой Заворухиной Светланы и Олега. И я сегодня хочу сказать, почему необходимо посещать такие мероприятия. Такие мероприятия нужны для того, чтобы пропитаться энергией успеха, чтобы наполниться той энергией, которая здесь на самом деле есть. И самое главное, мы получаем знания, мы получаем то, что нам необходимо для развития бизнеса. И я сегодня обращаюсь к каждому, кто сегодня слышит меня, приезжайте, будьте на таких мероприятиях, будьте активными участниками. И, конечно же, только благодаря этим мероприятиям будет высокий рост в вашем бизнесе. Я всем желаю успехов, я желаю вам роста, я желаю вам новых званий. И на следующий год на фестивале успеха, чтобы вы были со своей классной, мощной, сильной командой. Конечно же, нужно обязательно бывать на таких мероприятиях, будь то компании, будь то структуры. Если вы слышите, что где-то проводятся какие-то мотивационные, обучающие, развлекательные программы, то обязательно приезжайте не просто сами, но и приезжайте со всеми своими лидерами и консультантами. Лидеры растут и развиваются от события к событию. Ну и самое главное, лидеры растут на мероприятиях. И мы счастливы сегодня быть здесь. Над страною Faberlic мы свои откроем звезды. Счастье вечности и миг, но быть счастливым так просто с Faberlic.
процессе фестиваля мы не только принесли свои какие-то знания, не только делились своими знаниями, но еще и, конечно же, получили огромное количество знаний, навыков, инсайтов, идей и мыслей, которые мы привезем домой и будем внедрять в работу. Еще раз лично для себя открыл, насколько крутые наши наставники, а именно Светлана и Олег Заварухины. Эти люди удивляли нас с первого дня и продолжают удивлять и сегодня. Это нереально крутой уровень, которого я желаю достичь абсолютно каждому лидеру и абсолютно каждому мероприятию. По сути, для нас это образец, это то, что нам хочется транслировать своим людям, это то, чему нам хочется учить своих людей. Вот тема фестиваля «Наследие» действительно это наследие наших замечательных наставников, которое работает, которое дублицируется успешно в нашем случае. Но быть счастливым так просто, Сваверлик. А мы всей семьей каждый год приезжаем на Южноуральский фестиваль успеха. И для меня большая ценность, я всегда беру с собой детей, потому что темы, которые мы здесь проходим, они настолько глубокие. Каждый фестиваль вообще отличается друг от друга. И эта тема такая большая про род, про наследие. Это то, чтобы я очень хотела, чтобы узнала я в первую очередь, да, соединилась со своим родом, и чтобы узнали мои дети. А здесь такие, знаете, такое своеобразное развитие, которое и про бизнес, и про мышление. У нас очень классные были игры на командообразование. Это такая площадка, когда можно подружиться, объединиться, обменяться опытом. Мы натанцевались, сегодня плавали. И вот это, знаете, такой интерактив, который вот длится 3 дня, но ты даже не замечаешь, как длится это время, да? И такое чувство наполненности, которое сохраняется не на один день, не на неделю, а я вот эти фестивали успеха вспоминаю их годами. И на прошлом фестивале успеха, вот каждый фестиваль, он очень значимый в нашей жизни. На первом фестивале я приняла решение делать карьеру Фаберлик. На втором фестивале я встретила своего мужа. На последнем фестивале мы запланировали вместе с детьми, всей семьей переехать в другой город. Мы рисовали коллаж мечты. И вы знаете, мы так все клеили хаотично. Там была лаванда, бассейны, фонтаны. И вы не представляете, мы в прошлом году переехали в дом своей мечты. Поэтому для меня это значимое событие, я его всегда планирую и очень советую вам включить это событие в свою жизнь и присоединяться к нам. И сегодня у нас банкет в гостях у сказки. Что я еще хотела бы сказать? Конечно же, нужно обязательно бывать на таких мероприятиях. Будь то компании, будь то структуры. Если вы слышите, что где-то проводятся какие-то мотивационные, обучающие, развлекательные программы, то обязательно приезжайте не просто сами, но и приезжайте со всеми своими лидерами и консультантами. От всей души хочу пожелать каждому человеку, который участвовал в этом фестивале, и абсолютно всем-всем хочу пожелать прежде всего стать обязательно звездой, потому что если вы звезда, вы начнете зажигать другие звезды. Понимание себя, здоровья, большого карьерного роста в компании Фаберлик. Программа мероприятия очень насыщенная, начиная от поднятия флага, встречи с психологом, медитациями, упражнениями, которые были нацелены на раскрытие темы наследования. Эта тема настолько проникла мне в душу, что захотелось более глубже познакомиться со своими предками, корнями, узнать вообще, откуда все это растет, откуда происходит мой род и какие скрытые возможности там есть. Фаберлик – это люди, это смыслы, это принципы. И Южноуральский фестиваль – это шикарная возможность общаться с единомышленниками, развиваться, наполняться,
однозначно рекомендую всем быть каждый год, не пропуская. Это всегда уникально.